Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет, целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтал, а как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина! Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Мы себе чего-то забыли. Не хуже, чем мужку. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько кинотов? Сотня, похоже. Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Полковник, Ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. Это дрянское место, число. Зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь! Полковник Мельников, прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Ведь никогда подземелье не любил, но кто-то совсем скучный ворот. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и Таня взяла.
чистый, маски можно снимать. А вообще, запрос... Непонятно, куда комендантская рота смотрит? Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с Крестом. Есть. Yes, sir. Тихо, что? Страшно. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя. Это же сам министр. Тьфу на тебя. Ночь не спал. Вот видишь... Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо, давно не было. Кто вы? Артём, пожалуйста! Происходит. Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. И даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты, тварь, руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрази! Не один! Не уйдешь! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы.
Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Да я сейчас вас ударю! Выжечь, мразь эту! Да ты ваш, только хоть осталось! А теперь покушаем! Правительство! Заслуживает! И следов, чтобы... Артём! Поганый! Держи! Полковник, сэр! Хватит, сэр! Мне кажется, хватит! Всех их! Всех к ногтю! Но сначала найти Аню! Простите, с лифтом я немного погорячился. Черт с ним! Идиот! Запустить главный лифт! Готово! Лифт пошел! Будет Сэм, через минуту! На нас оборона! Yes, sir! Минуту продержимся! Сейчас будет вам угощение. Жрите, мать! Жрите! Ну точно как наш D6, и лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати, так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут, так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Ну, понятно. Артём, твой этаж.
секунда на счету. Кош! Еда! Взять ее! Ты зачем туда стрелял, а? Нахрена? Сюда! Мясо! Сюда! Тут мясо! Получай! Наверху!
Так и меня убить могут! Артём, я знала! Сзади!
Вечно найдется такой герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные! Да. А ну, все, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артем, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артем меня нашел. Слава богу. Молодец, Артем. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться. Вот это называется «приехали». Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на «Волге» было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Умереть людьми! Ту, мразь! Аня, слава богу, я бы себе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь мир перебил. Еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работали. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились. Тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Готово. Обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собрала жить вечно? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот. Понял? Уж больно я к нему привязалась. Thank you.
на борт! Сэм, хватит, запрыгивай! Я ленту за бичкой съел, чтобы назад не брать! Тяжелая! Похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки. Алый, как салага, поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Вот это да, бля! Артём, машина! Ау, смотри! Баба! Баба! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива.
Принято. Поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять не... Привет, Артём. Чисто. Артём. Чисто. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь.
Вместе! Иди ты в жопу, пада! Сюда приехали. Я сдаю. Дружище, откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи!